Этот день остался в памяти всех жителей страны. Полет Юрия Гагарина в космос дал начало космической эры. Свой вклад в создание первой ракеты внесли самарские конструкторы и инженеры. Михаил Федорович Шум на ЦСКБ «Прогресс» проработал больше полувека. Прошел путь от рядового инженера до заместителя главного конструктора. Самым ярким воспоминанием для него и сейчас остается первый полет человека в космос. Мы непосредственно участие не принимали, но мы были в это время на полигоне. И хотя две ступени этой ракеты, которую вывела Гагарина, были изготовлены здесь, на заводе, но непосредственно запуск осуществляли москвичи. Но мы наблюдали этот запуск. Именно в Самару Юрий Гагарин приехал сразу после возвращения из космоса. Он благодарил заводчан за успешный полет. ЦСКБ «Прогресс» и сегодня остается на высоте. Это единственное предприятие в мире, которое осуществляет запуск космических аппаратов с трех космодромов. Сейчас специалисты работают над проектом новой ракеты «Союз-5». В этом году завершится строительство нового космодрома «Восточный». Именно ЦСКБ «Прогресс» первым будет обеспечивать пуск космического аппарата. В рамках этой пусковой кампании будет стартовать наш разгонный блок «Волга». Этот разгонный блок спроектировала и изготовила молодежь нашего предприятия. Это инициативный проект предприятия. И ему первенство дано вот стартовать на космодроме «Восточный». Накануне Всемирного дня космонавтики сотрудники ЦСКБ «Прогресс» почтили память людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие космической отрасли. Работники предприятия возложили цветы к мемориальной доске конструктору ракетно-космической техники Дмитрию Ильичу Козлову. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.